Сегодня специально для сайта «Миксбой» мы делаем интервью с украинским боксером Иваном Яткачем. На данный момент его рекорд составляет 9 боев, 8 из них побед нокаутом. Иван, когда у тебя следующий бой, где, с кем? Следующий бой у меня будет 27 апреля в казино «Маронга», и, может, в «Печанга», еще неизвестно. Соперник у меня тоже еще пока неизвестен, ближе за 2-3 недели мне скажут, кто и с кем. Скажи мне, кто твой тренер, в каком джиме ты тренируешься? Я тренируюсь в Ацтека Боксинг Клаб. Мой тренер Марио Моралес, который тренировал Эдна Валера, который тренирует Брайан Белория. Многих известных, да? Да, многих известных боксеров. Я слышал, он очень тобой доволен, да? Да, я показываю хороший результат. Я прихожу на тренировку с огромным желанием, удовольствием. И мы вместе как два позитива выполняем свою работу. У нас очень хорошая команда. А когда соперники дадут, вообще пока неизвестно, да? Через 2-3 недели ближе к бою. То есть сейчас нет смысла об этом даже говорить. Но ты сейчас спаррингуешь тоже или еще нет? Начну спарринговать 15 марта, и спарринг-партнер у меня намечается Мигель Васкес, Майка Альварадо, у которых хорошие рекорды и очень хорошие имена в мире бокса. Поэтому у меня будет хороший спарринг-партнер. Окей, а вот вопрос. А у тебя есть личные антипатии в боксе? Кого бы ты хотел на ринге, я извиняюсь за выражение, отдубасить? Да, у меня есть, но почему-то в последнее время задают эти вопросы. Я бы, наверное, хотел бы Брэндона Риас побить, наверное, Луи Рамуса, Мигель Васкеса. Без разницы, кто станет на мой путь, я любому готов надрать лицо. Классно. Скажи, вот сейчас будут бои, очень много вот таких известных, там, Мейвезера и Котта, Пакьяо и Брэдли. В двух словах, бои Пакьяо и Брэдли, и в двух словах, бои Мейвезер и Котта. Кто выиграет, что могу сказать о бои Пакьяо и Брэдли, но бой будет интересный, но все 12 раундов будет, и Мэнни Пакьяо выиграет по очкам. А по бою Котта Мейвезер выиграет. На мое мнение, выиграет Котта, а там как будет, это бокс. Мейвезер мне тоже очень нравится, но я предпочитаю Котта. Скажи мне, вот вообще тебе в Америке нравится? Нормально тебе? Скажи, что нравится, потому что здесь есть, ну, что связано с моей работой, мне нравится. Самое лучшее. Так у меня на личную жизнь пока нет времени. Весь, вообще? Весь в работе. Вообще-вообще нет вообще, времени? Вообще-вообще нету. Нет. А я слышала, ты на Ване у нас по девочкам. Это было эксклюзивное интервью с Иваном Яткачем, специально для сайта «Миксбой». Ваня, сделай ручкой. Слушай, это вырежь.